боевой настрой, мы настроены максимально. Очень важный матч для нас. Мы должны его забирать по-любому. Сегодня на тренировке были болельщики. Очень приятно. Еще больше подбодрили нас, дали уверенности. Вот ради них будем, ради нас всех будем выигрывать завтра. Да, не устрашает никак соперник. Мы уверены в своих силах. Мы их обыгрывали. Нам это вполне по силам. Мы намерены это делать завтра. Победный гол, да, был, но мы настраиваемся на этот матч, как на все матчи. Для нас все матчи важны, но «Арат Армения», конечно, это супер, еще больше мотивация. И очень, еще раз повторюсь, важная игра для нас. Мы хотим очень выиграть и забрать игру. Второе место сейчас отстает от нас на одно очко. На нас это никак не давит, потому что еще очень много игр впереди. Все от нас зависит, все в наших силах. Нам не на кого надеяться, только на нас самих, поэтому не давит. Мы уверены в своих силах и будем все делать для того, чтобы выиграть.